Вечер профессионального бокса. Дерись и побеждай. Ивент 53 от Sharma Boxing Promotions продолжается. Наш следующий поединок. Первый тяжелый вес. 4 раунда. Рефери в ринге Юрий Копцев. Боковые. Элбек Циренов, Алексей Козлов и Александр Калинкин. Встречаем участников. В синий угол ринга боксер из Перми. Васиф Мамедов. Боксер из Владикавказа, клуб «Ариана», Артур Кутухов. Участников четырехраундового боя в первом тяжелом весе. Синий угол ринга, боксеру 31 год, рост 174 сантиметра, вес 80 килограммов 50 граммов. Проводит свой шестой профессиональный поединок. Из Перми, Васиф Мамедов. Красный угол ринга, боксер 22 года, рост 179 сантиметров, вес 88 килограммов 550 граммов. Представитель клуба «Ариана» из Владикавказа. Профессиональный дебют. Артур Кутухов. Рефери в ринге Юрий Копцев. Первый раунд. Уважаемые друзья, Васиф Мамедов, Артур Кудухов. Это первый тяжелый вес до 91 килограмма. Регламент 4 раунда по 3 минуты. Посмотрим, что будет нам показывать оба боксера. Конечно, Кудухов намного помощнее, побольше, нежели Васиф Мамедов. Пытается расстрелкой работать Артур Кудухов. Прямой левый боковой стандарт от Кудухова. Мамедов пытается работать корпус, голова, не доходит его удары до цели. Очень собран Артур Кудухов, представляющий Северную Осетию. Еще один удар хороший от Кудухова в область корпуса. Право прямое попадает Кудухов. Мамедов работает джебами. Право прямой от Кудухова. Пошли тревожные звонки в сторону Васифа Мамедова. Ни в коем случае не нужно стоять против такого нокаутера, как Артур Кудухов. Весовая категория достаточно разная. Объявили 80 килограмм. В данном бою Васила Мамедова. Пытается Кудухов выцеливать. Попадает Мамедов. Отверкот и сразу два боковых от Кудухова. Достаточно открыто идет
вперед Латиф Мамедов. Нужно очень внимательно держать ручки повыше. Удары у Кудухова достаточно жесткие. Еще одно попадание от Кудухова, достаточно жесткие удары наносит боксер в защите. Ну и Васих Мамедов пытается наносить удары, и мы видим, что так же, как и Кудухов, он выцеливает. Обоюдный удар боковыми. Пытается войти в клинч Васих Мамедов. Рефери останавливает, и бой продолжается. Остается несколько секунд до окончания первого раунда. Заканчивается первый раунд. Да, преимущество Артура Кудухова. Тяжело приходится Васиву Мамедову, так как все-таки по весу ему недостаточно работать в данной весовой категории. Но настоящий воин Мамедов, он вышел и отработал, как и должно быть. Второй раунд. Второй раунд данного поединка. Тяжелая весовая категория. До 91 килограмма. Артур Кудухов, Васих Мамедов. Атакует Васих Мамедов, достаточно грамотно и жестко наносит он удары. Продолжает идти вперед Мамедов. Жесткие удары Артура Кудухова. Левый боковой Кудухов попадает. Да, оба боксера, конечно, радуют нас сегодняшним поединком. Достаточно грамотно работают, несмотря на то, что тяжело было готовиться в наших условиях, в тяжелых условиях из-за коронавируса. И отдельная благодарность промоутерской компании «Шамо Боксинг», которая организует вот такой праздник для нас, для зрителей. Вечер профессионального бокса. Дерись и побеждай. Продолжается второй раунд. Немного сбавил Артур Кудухов, дает возможность поработать Васифу Мамедову. Пытается подловить своего оппонента Кудухов. Право прямой попадает и сразу пытается войти в клинч Васиф Мамедов после пропущенного удара. Продолжается бой. Левый боковой не доходит до цели от Мамедова. Хорошо работает Мамедов, но и пропускает он данный удар. Неплохие удары по корпусу. Левый прямой Кудухов раздергивает. Сбавили темп оба боксера. Это только второй раунд. В первом раунде достаточно активно они поработали. Попадает Артур Кудухов. Жесткий удар по Мамедову. И боксеры после этого удара опять клинч. Да, остается несколько секунд до окончания второго раунда.
небольшой, можно сказать, темповый перерыв взяли оба боксера. Впереди еще два раунда. Заканчивается второй раунд. Секунданты. Третий раунд. Артур Кудухов, Васиф Мамедов работают. Это тяжелый вес до 91 килограмма. Попадает Кудухов и пытается первым номером работать Васиф Мамедов. Да, темп достаточно невысокий. Артур Кудухов пытается войти в атаку, но не успевает нанести удары. Жебами работает Кудухов. Пытается сбить темп Кудухов Мамедову. Жесткий удар в область печени. Выцеливает Мамедов. Мы видим. Ох, великолепный удар. Подбородок лево-боковой. И Мамедов оказывается на настиле ринга. Да, все, что мог Васиф Мамедов, делал, но вот этот удар, конечно, дошел до цели. Рефери останавливает данный поединок. Да, это нокаут и победа Артура Кудухова, боксера, который представляет Северную Осетию. Да, дать должное Васифу Мамедову, который дал бой своему жесткому оппоненту, но вот этот удар решил все. Да, дождемся объявления победителя Артура Кудухова от ринг-анонсера. Третьего раунда. Победу техническим нокаутом одержал Артур Кудухов, Владикавказ, клуб «Арена». Поздравляем Артура Кудухова с досрочной победой и отдельное спасибо Васифу Мамедову, который дал бой.